Здравствуйте, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе для художников. Если вы являетесь художником, и тема конкурсов и выставок вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Поли. Каждый месяц я рассказываю о разных конкурсах, о выставках, о международных мероприятиях, где можно поучаствовать, выиграть призы, заявить о себе. Если мое видео вам интересно и полезно, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этого конкурса, этого видео. А также под видео находится ссылочка, по которой вы можете пройти, прочитать полные правила, что из себя представляет данный конкурс. Я вам сейчас вкратце расскажу. Это 6-й международный конкурс с плаката «Мы хотим джаз». Я, кстати, в прошлом году рассказывала тоже об очередном конкурсе «Мы хотим джаз». Поучаствовать в данном конкурсе можно до 30 августа этого года. Конкурс открыт для всех без исключения и участие бесплатно. Организатор — фонд содействия джазовой музыки «Евроджаз», базирующийся в Варшаве. Тема — Комеда 55. Я, если честно, не знала о таком человеке Комеда, ну, потому что я джазом особо не интересуюсь. В 2024 году исполняется 55 лет со смерти одного из самых выдающихся джазменов Польши и одного из самых известных композиторов в мире — Кшиштофа Кометы. Можно прислать 2 плаката для участия в конкурсе с человека. Там будет 3 денежных приза. Первое место — 6000 злотых, второе место — 3500 злотых и третье место — 2500 злотых. Я считаю, что можно попробовать поучаствовать, если у меня будет время. Ну, возможно, будет время до 30 августа. Я, может быть, тоже что-то нарисую, что-то оформлю и отправлю на этот конкурс, потому что, ну, нужно как бы художнику побеждать в разных международных конкурсах. Хотя это, конечно, очень сложно, потому что в каждом конкурсе тысячи и даже десятки тысяч конкурентов, скажем так. Но объективно все участвующие в конкурсах — это конкуренты, и очень сложно, конечно, где-то выиграть. Но нужно пробовать. Я желаю всем удачи, кто будет участвовать в разных конкурсах. И пишите в комментариях, что вы думаете, будете ли вы участвовать в данном конкурсе и интересуетесь ли вы джазом. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!